Вот еще письмо. Ты в своем уме? Дай людям тоже задать вопрос. Они тоже хотят у тебя спросить. Нафиг ты тогда эфир открываешь, а? Чтобы все открыли глаза на твои вопросы и так далее. А вот обойдешься, поняла? Удали свой ТикТок навсегда. Дай людям жить в своем мире. И не учи их, как жить и где жить. Чё ты из себя крутой строишь? Ты кто, чтобы их учить, а? Ты никто, и звать тебя никто, пишет через... Написал через пробел и через «не». И звать тебя никак. Так что рот закрой свой и все. Запускай эфир вообще. А то ты задаешь вопросы людям, а им не даешь задать вопрос тебе. Вообще крыша поехала. Да, если удалишь это сообщение или в ЧСЭ кинешь меня, в черный список, то ты слилась от моего сообщения. Ну, короче, нет ничего, никаких пост. Короче, что хочу сказать. Вот такого плана я получаю сообщение, отвечаю на этого несчастного Ронина. А в своем ли я уме? Да, в своем. А дай людям тоже задать вопрос. Не дам. А они хотят с тебя спросить. Мне похуй, что они хотят. Нафиг ты тогда эфир открываешь? Хочу и открываю. Чтобы все открыли глаза на твои вопросы и так далее. Вот обойдешься. Нет, не обойдусь. Удали свой ТикТок не навсегда. У меня 1 000 000 подписчиков. Какого хрена я буду удалять? И не учи их, как жить. И где жить. Види, где жить понравилось. Ты никто, и звать тебе никто. А рот закрой и вообще запускай эфир. То есть закрыть или запускать эфир? Крыша поехала. Нет, не поехала. Если удалишь сообщение, слилась. Вот, короче, я отвечаю на сообщение. То есть я не отвечаю на сообщения, потому что их приходят тысячи. Тысячи, понимаете? Я либо должна вести свой ТикТок, либо отвечать на письма. Но я не могу и то, и то. Я же не Змей Горыныч, правда? У меня одна жизнь, одна голова. Вот, поэтому все мои эфиры любят, я знаю. Правила не меняются, они не будут меняться. Красный свет стоять, желтый останавливаться, зеленый ехать. Знаете, да? Вот у меня тоже есть правила. Русские, вы любите, вы подсели, да? Ну, короче, ебать, ебать вас буду дальше.